ты выбираешь женщину рассудком. Ни сердцем и ни голосом души. От этого мне делается жутко, как так умеют люди, расскажи. Она должна быть стройной и покорной, предельно ясной в мыслях и словах, и волосы, постриженные ровно, должны лежать покорно на ее плечах. Она должна вставать с рассветом, готовить чай, поливать цветы, соблюдать любые этикеты в любое время, как захочешь ты. Но это не пойдет к тебе, босая по снегу, дожидаться у ворот. Не будет мокнуть, стоя у трамвая, забыв в квартире курточку и зонт. Не постучится в дверь в ночи глубокой, чтобы сказать, что без тебя нельзя дышать. Если надо, станет очень строгой, если надо, будет доброй, словно мать. Грустно мне от этой дешевизны. Набрав ладонь посредственный букет, ты выбираешь женщину для жизни, как выбирают пищу на обед.